вы что творите? Что вы здесь устроили? Алло, остынь. Мы просто дурачимся, проверяем свои силы. Нам силы не для этого даны. Для чего еще? Силы нужны для того, чтобы веселиться. Вы дуры! С этими силами мы можем мир изменить! Ева! Хватит, что опять происходит? Происходит то, что вы тупые курицы! Вам дана такая мощь! Вы должны использовать ее правильно! Мы тебе ничего не должны! Ну идите нафиг! Дуры! Тупицы! Идиотки, как они не понимают! Курицы! А может, девочки правы, это я перегнула палку? Ты все правильно сделала! Кто здесь? Тот, кто понимает тебя лучше всех. Кто ты? Покажись! Я твой друг. Друзья не пробираются в подвал, как воры! Я не пробирался. У меня есть ключ. Меня зовут Зак, и я твой дядя. Тогда почему я о тебе ничего не слышала? Говори правду, иначе пожалеешь! Как ты это сделал? Я же говорил, что я твой дядя. И у меня есть точно такие же способности, как и у тебя. Ты тоже управляешь стихией огня? Именно. В нашем роду эта способность еще из древних времен. Но только избранные могут с нею совладать. Обалдеть! Значит, я не одна такая? Я просто думала, что если поссорюсь с подругами стихиями, то останусь одинокой. А тут ты! Да, и я пришел показать тебе истинный путь. Ты должна стать главной среди стихий. Они должны тебе подчиняться. Они не согласятся. Тебе не нужно их согласие. Ты создана, чтобы править миром, чтобы эти людишки и стихии подчинялись тебе. Ты сумасшедший! И зачем ты убежала? Уходите, я не хочу никого видеть. Что это было в кафе? Ничего, я просто применила силу. Нет, Китти, у тебя за секунду загорелись глаза. И ты какой-то магической сферой защитила нас от осколков. У тебя новая сила, и ты нам ничего не сказала? Да нет у меня никакой новой силы. Стойте, бабушка как-то упоминала аватара. Кого? Человек, который может управлять всеми стихиями сразу. А может, ты аватар? Да что за бред? Я просто сделала эту сферу с помощью магии воздуха. Да? Тогда повтори. Да пожалуйста. Блин. Ну вот видишь, не получается. Потому что сила аватара проявляется только в критические моменты. А разбитое окно в кафе как раз таким моментом и было. Так, хватит нести эти бредни про аватара. Но Китти! Я обычная стихия воздуха. Все, идемте, нам еще каминную убирать. Ну Китти! Вперед! Ну что, девчонки, погнали. Я займусь гирляндой. Кажется, здесь не хватает льда. И тут явно не хватает растений. Ого, девочки, как вы быстро справляетесь! Ну, как всегда, супер! Спасибо, мистер Грис! Ева! А ты почему ничего не делаешь? Я за просто так отлично по истории не поставлю. А разве здесь есть работа для огня? Ну да. Ну, к примеру, вон, маршмеллоу пожарить. Ах, поджарить. Ты что творишь? Ты же их сожгла. Ну, мы же просили поджарить. Как?
Исправляй немедленно! Нет! Ева, ты совсем? Сейчас же извинись перед учителем! Ни за что! Могу ему еще прическу огоньком подправить. Ева, такое поведение недопустимо! Я поставлю тебе неуд по истории за год! Да кто ты такой, что смеешь мне указывать? Ты должен подчиняться мне! Вы все должны подчиняться мне! Ева, ты видела? Я уничтожу эту чертову школу! Нет, Кэсси, сделай что-нибудь! Да как ты посмела? Вы все должны слушаться меня! И вы скоро это поймете! Дядя? Дядя Зак, неужели он меня оставил? Я никогда тебя не оставлю, Ева. Дядя! Прости, что назвала тебя тогда психом и убежала. Я понимаю. Ты испугалась той мощи, которая течет в твоих жилах. Дядя, девочки меня предали. Они даже не выслушали меня. Им плевать! Как же быстро разрушилась наша дружба. Они глупы. Тебе не нужны были друзья никогда. Тебе не суждено подружиться с кем-то в этом мире. Я настолько плоха! Нет, друзья ни к чему. Тебе нужны только слуги. Все должны тебе прислуживать. Да с чего ты это взял? Вот. Что это? Это древнее пророчество. Видишь? Это маг огня, а вокруг него... Слуги. И этот маг огня — это ты, Ева. Твоя судьба — стать властительницей мира. А вдруг у меня не получится? Я буду рядом, чтобы помочь. Тогда твои подруги поймут, кого отвергли. Да, я им отомщу. Вы должны помешать тому, кто настраивает Еву против вас. В смысле, тому, кто настраивает? Разве она не сама, чокнулась? Мысли о господстве над миром не появляются сами по себе. Кто-то настраивает, кто-то злой. Ну и как нам справиться с этим кем-то? Как нам справиться с Евой? Да, что сделали стихии в прошлый раз? Как они победили? Им помог Аватар, властелин всех четырех стихий. А чего вы на меня смотрите? Я всего лишь стихия воздуха. Ба, мы подозреваем, что Кити Аватар. Ага, она в кафе проявила такую силу, такую. Ну, короче, мы такого никогда не видели. Да не несите бред. Нет, Кити. Девочки правы. Ты аватар, и только в твоих силах предотвратить войну огня. Но почему я? Почему на мне лежит такая ответственность? Я не справлюсь. Кити, ты все сможешь. Ты должна попытаться. В тебе силы всех стихий. А я об этом не просила. Кити! Стойте! Вы должны кое-что рассказать, Кити. Никого нет дома! Сори, но мы уже вошли. Кити, мы же твои подруги. Ну поговори с нами. О чем? О том, что я спасительница мира? О том, что я аватар? Только вот я не хочу им быть. Ну, мы понимаем, Кити. Ну так уходите отсюда! Ну ты что, собираешься просто сидеть здесь в комнате? Да, навсегда останусь в комнате, ясно? Окей, тогда вот, возьми, посмотри на это. Что это? Зачем вы притащили дело о смерти моих родителей? Вы издеваетесь? Нет, Кити, смотри дальше. Твоих родителей уничтожил маг огня. Что? Вы совсем? Мои родители погибли в пожаре. Причина которого неизвестна, так ведь? Посмотри, тут силуэт человека, который спокойно выходит из вашего горящего дома. А огонь не действует только на тех, кто им владеет. Он знал, что у твоих родителей должен родиться аватар, поэтому и поджег дом. Но ты выжила. Тебя защитила сила аватара.
тобой. Мы с тобой. Ладно, я согласна, что я аватар. Я готова бороться, чтобы предотвратить эту войну огня. Супер! Я так рада! А теперь нужно найти Еву. Нет, лучше найти того, кто настроил Еву против мира. Нужно найти их обоих. Да, они могут быть вместе. Стоп. Может, вначале нужно разобраться с силами аватара? Точно. Идти, нужно потренироваться. Ага, только как? Пока мы с этим будем разбираться, Ева может уже что-то натворить. Но Китти может не справиться с Евой. Я спрошу у бабушки, как ее тренировать. Нет, у нас нет на это времени. Нужно учить ее сейчас. Ну как это нет времени? У нас нет времени. Девочки, представляешь, попойтесь. Дома будет долго ссориться. А вы, как всегда, ссоритесь. Ева, что тебе здесь нужно? Мне нужен аватар. А судя по этой стрелке, аватар это ты, Китти. Мы не отдадим тебе Китти. Да? Ну, это мы еще посмотрим. В атаку! Да как же вы задолбали! О, нет! Ох, вы курите! Хватит, Ева! Твоих помощниц больше нет! Сдавайся! Сдаться? Да ни за что! Нет! Пусти ее! Отпущу, если ты сдашься мне. Или Тинихана, выбирай. Китти, нет! Отпусти Тину. Окей. Ходи! Ева, что ты собираешься делать со мной? Пока посидишь тут, эта решетка не пропускает магию. Это неправильно, ты же не такая. А какая я? Ни ты, ни другие девочки не знают меня настоящую. Я для вас вечно была проблемой, вы меня постоянно упрекали. Да, мы были неправы, но мы пытались сдержать твою злость. Вы пытались сдержать мою силу, хотели, чтобы я была слабой. Ну вот, и я поймала аватара самого сильного мага на планете. Зак будет доволен мной. Зак? Кто ты такой? Это он заставил тебя так себя вести? Он меня не заставлял. Он лишь показал мне, кто я на самом деле. И я должна стать властительницей мира. Нет, это неправильно. Стихии созданы для того, чтобы поддерживать баланс в мире. Мы помогаем людям, а не управляем ими. Да что ты говоришь? А, я поняла. Типа стала аватаром и хочешь сама всеми править, да? Только вот не выйдет. Я стану королевой мира. Послушай себя. В тебе говорит зависть. Ты же не такая, Ева, ты добрая. Нет! И никогда ею не была. Своей злостью ты можешь разрушить весь мир. Разве ты этого хочешь? Я хочу, чтобы ты заткнулась. Еще один писк и тебе хана! Ты же сама потом пожалеешь обо всем. Я неясно сказала. Вот и молодец. Какая же я дура! Дура! Из-за меня Ева схватила Китти! Эй, успокойся! Ты ни в чем не виновата! Китти теперь в плену! Неизвестно, что с ней сделают! Или уже делают! Так, успокойся! Мы должны спасти Китти! А мы разве сможем? Нужно попытаться! Так, и что делать? Начнем с простого. Налей воду в стакан. Я это и без магии могу. А теперь попробуй заморозить воду. Тебе нужно сосредоточиться и представить в голове, как вода превращается в лед. Вот так. А теперь ты. Так. Ладно. Давай же, давай! Блин! Не получается. Уверена? Обалдеть! Да я сама в шоке. Итак, стихия Земли одна из самых сложных, так что тут нужно сосредоточиться. Ну, с водой я справилась, думаю, и тут у меня все получится. Уж надеюсь, смотри.
Главное, аккуратно, без лишних движений. Растения очень нежные существа. Тебе нужно попытаться вырастить хоть малюсенький росточек. Вот так? Обалдеть! Дядя Зак, я здесь, я выбралась! Где аватар? Другие стихии собрали ее, а меня взяли в плен. Но я выбралась, я молодец! Ты никчемная, самая бесполезная из всех стихий огня! Зачем ты так говоришь? Твоя единственная задача была привести аватара. Я дал тебе темницу с решеткой, что не пропускает магию, а ты? Ну я пыталась, стихии схватили меня. Кто? Какая-то земля и вода? Да я 5 лет с такими справлялся! Прости меня, пожалуйста! Зачем я вообще доверился какой-то неуравновешенной девчонке-подростку? Прости меня, я все исправлю, я постараюсь! Нет! Довольно! А ты куда? Закончить начатое. Огонь должен властвовать над миром. Стой, а я с тобой. Я докажу тебе, что достойна. Я докажу, что ошиблась всего лишь один раз, и этого больше не повторится. Ты только все испортишь. Сиди здесь, или я сам тебя уничтожу, безмозглая. Вот это да! Так быстро научиться управлять водой и землей. У Китти настоящий талант. Да прям таки. Да ну! Ты с первого раза заморозила всю комнату! Она всю комнату заморозила! Верю, потому что она за одну секунду вырастила целые джунгли! Ну что? Как у вас дела? Отлично! Все просто супер! Китти всему научилась! Ну, прям уж всему! По-любому есть еще что-то, чего я не умею! Нет! Нет! Ты самый одаренный аватар за всю историю. Китти точно справится с этим злодеем Заком. Кстати, я думала, он уже должен был напасть. Я уже 100% ему все рассказала. Он, видать, узнал, какая ты сильная. Испугался. Так и знала, что все злодеи трусы. Отвечаю, он не придет. Ба, что с тобой? Он здесь. Он пришел. Ну, привет, стихии. О, а вот и наш аватар. Ты не посмеешь их тронуть. Ух ты! Думаешь, помешаешь мне, старуха? И помешаю. Бабушка! Сражайтесь! Хана тебе! Какие же вы все никчемные, как и ваша подружка! Ева, что ты с ней сделал? Пока ничего, но потом избавлюсь от нее, как и от вас! Осеренок, ты хватит! Ну что, вот мы и остались вдвоем. Что, селенок не хватает? Нет! Зак не мог меня оставить тут. Я должна помочь ему. И тогда я докажу, что достойна. Да, надо идти. Куда ты собралась? Вы? Но я думала, вас уничтожили. Нас нельзя уничтожить. Пока Зак жив, живы мы. Отлично, тогда идем. Нужно помочь Заку. Ты ему не поможешь, а только помешаешь. Так что сиди здесь и не высовывайся. Ничтожество! Ну как я могла так облажаться? Почему Зак так со мной поступает? Он же сказал, что я создана, чтобы править миром. А это что? Маг огня, обретя власть, разрушит весь мир. Стихии созданы для того, чтобы поддерживать баланс в мире. Мы помогаем людям, а не управляем ими. О нет, Зак уничтожит все. Своей злостью ты можешь разрушить весь мир. Китти была права. Стихии созданы для добра. Мы же сказали сидеть здесь! А я вам не подчиняюсь.
Ну и что будешь делать? Китти, сражайся! У нее недостаточно сил! Да, Китти, я тебя уничтожу! Это тебя уничтожат! Вы посмотрите, у кого проснулась совесть. Постой в сторонке, тобой я займусь позже. А сейчас очередь Аватара. Не трогай ее! Тупица! Магия огня меня не сразить! А вот тебя можно! Давайте! Тина! Китти, ты можешь забрать его магию! Китти! О, нет, прекрати! Ты больше не причинишь никому вреда! Нет! Моя сила! Глупая девчонка! Я вам еще отомщу! Отомщу! Спасибо. Мне? Если бы не я, то этого всего бы и не было. Если бы не ты, мы бы не победили. А Зак явно и без тебя бы затеял войну. Но все равно, я так виновата перед вами. Я предала вас. Главное, что ты все осознала. И снова стала нашей доброй, справедливой Евой. Ну, с легкими приступами агрессии. Иди уже к нам, это наша общая победа. Мы победили! Ура! У нас родилась доченька. Как же мы долго тебя ждали. Наша Ева. Сынок, неужели ты появился на свет? Я так тебя люблю, мой Крисик. Я горю! Я горю! Девочка, теперь у тебя есть сестренка. Сестренка, смотри! Дина, ты чего? Так нельзя делать. Ну почему? Я хочу иглаться. Ева только с роддома. Она еще совсем маленькая. Тогда лучше отнесите ее обратно. Я не хочу такую сестру. Я лучше буду гореть. Я горю! Лучше возьми сестренку на руки. Только аккуратно. Ну ладно, давайте. Как же вы похожи, мои огонечки. Мы вас с мамой любим. Какая Ева милая. Мы с папой пойдем обзвоним всех родственников. Скажем о новости про рождение нового огонька в этом мире. Ева, мы с тобой такие крутые, мы людей не найдем. Ням-ням, подлузка, а ты не видела мою сноску? Ням, ты что, совсем уже не видишь, у меня маленькая сестренка? Ого, настоящая сестра? А можно я гляну на твою сестренку? Ну, давай. Я думаю, она не будет против. Ого, она стрёмная. Ты что такое говоришь? У меня самая красивая сестренка. Я не поняла. Это кто тут меня страшной назвал? Вы меня сейчас получите. Ужас. А ну, дайте мне сюда ребенка. Тина, ты наказана. Ловите водный шар. Так, теперь твоя очередь. Тони, твоя очередь увеличивать нал. О, кажется, я знаю, что делать с таким большим шариком. Что?
хочешь запустить этот водный шар на территорию огня? Ага. Пусть эти оранжевые успокоятся. Давай, давай! Помогите, я испаряюсь! Давай свою силу, тебе плохо! Сейчас, сейчас! Вот это настоящая фаер-шоу! Ее нужно срочно отвезти в больницу. Доктор, что с нашей Евой? Даже не знаю, как вам сказать. Все настолько серьезно. Кажется, Ева очень слабая. На свой возраст у нее недостаточно силы огня. И что нам теперь делать? Почему Еве не хватает сил? Возможно, она плохо их развивала. Вот, например, миссис Кейси. Зажгите свечи силой мысли. Хорошо. Отлично. А теперь? Ева, попробуй ты силой мысли. Я не умею так еще. Доченька, попробуй. Может, врач тебе поможет. О-о, кажется, Ева сама по себе очень слабая. Что же это значит, доктор? Понимаете, что малейший контакт с водой может привести к тому, что Ева погаснет навсегда. О, нет! Только не это! Что же нам делать? Берегите ее от воды. И как можно дольше пусть побудет на домашнем обучении. Ведь в школе стихии очень много опасностей. Мам, пап, а я буду жить? Конечно, доченька. Все будет хорошо. Мы с мамой будем тебя оберегать. Снова соседские детишки стихии возвращаются домой со школы. Как же мне надоело это домашнее обучение. Ева, я вообще-то еще тут. Может, продолжим учиться? Ой, миссис Китти, я про совсем забыла. Ева, ну что ж ты так? Да нормально, я уже привыкла. Ну, может, тогда будем решать примеры по математике? Ой, что-то совсем мне сегодня не стоится. Ой, ой, черт, ой, черт! Ева, ты что? Что это такое? Ева, ты что, не учила технику безопасности? Да учила, я учила. Просто случайно это все. Миссис Китти, вы тут? Да, тушим с Евой огонь, который она разожгла. Мне пришли результаты анализов. И что же там? Теперь ты можешь пойти к остальным ребятам в школу. Ну, правда? А вы уверены, что Еве уже можно в школу? Ну, конечно, вот же результаты. А, ну что ж. Глаз, глаз. Идемте, мне еще кое-что нужно с вами обсудить. Что тут у тебя? А угадай, кто завтра с тобой пойдет в школу? И кто же? Это буду... Неужели ты пришла в школу? Да, и я очень рада. Теперь я буду, как все нормальные стихии, ходить в школу. Значит, у тебя уже появились силы? Ну, конечно. Вау, теперь мы втроем будем тусоваться. Ура! Здорово, огненное ничтожество! Смотрите, кажется, у них еще одно огненное чудо в компашке появилось. Да, только чудо ты, а я Ева. А, это та Ева, которую мы в садике водой облили. Она не могла восстановиться. Не хватит, не нужно так. Этот случай был ужасным. Ой,
А что ты защищаешь ее вообще? Я уже не та Ева, которая была в садике. Ой, и что ты можешь, огонек недоделанный? Ева, не нужно, ты еще слабая. Вон, лучше сестру слушай. Ну все, ты меня достала! Ой, напугала. Мальчики, а ну на помощь, быстро. Ева, ты что наделала? Мы же предупреждали! Что творите, бессовестные? Такое в школе сделать? Все! Хватит! Мисс Китти, это Ева. Она решила показать свои крутые силы огня. Ева, это правда? Она первая начала. Еще раз такое увижу, получите выговор. И ваши родители моментально заберут ваши документы со школы. Еще раз простите, я прослежу за своей сестрой. Моя мечта наконец-то сбылась! Пришла наконец-то! Мам, папа, приветик! И как новый день в школе? А, у меня все хорошо. А почему вы такие красные? Случилось что-то? Да так. Позвонила Китти, твоя учительница, и сказала, что ты ужасно себя ведешь. Еще и устроила драку стихии в классе. А, так вы уже все знаете, да? Офигеть. Ева, ты разве не понимаешь, что тебе опасно такое делать? Ты слабая стихия и можешь себя угробить. Еще раз такое сделаешь и будешь сидеть дома. Отвалите! Сами вы слабые! А я нормальная! Нормальная! Что она себе позволяет? Это она так нас за все благодарит? Дорогая, это же подросток. Ей нужно успокоиться. Хоть бы она опять никуда не вляпалась. А то я ее знаю. Они и правда считают меня слабой стихией? Да как им не стыдно? И же нормальная, нормальная! Достали! Когда же они отстанут? Помогите! Я горю! Горю! Помогите кто-нибудь! Помогите! Это Ева? С ней что-то случилось? Спокойно, Ева, я тебе помогу! Крис, осторожно, я же могу погаснуть! Кажется, все обошлось. Крис, спасибо тебе большое, ты меня спас. Да ладно тебе, так бы каждый поступил на моем месте. Кстати, а зачем тебе нужно было полотенце и плед? Ты же огонь, сама могла высохнуть. Я все-таки слабый огонь и не могу так быстро восстановиться. Ого, тебе нужно быть осторожней. Ага. Родители все-таки были правы. Да ладно тебе, не расстраивайся. Цветочки. Это тебе. Ой, а мне никто никогда не дарил такое. Ой. Блин, что же наделала? Оп-оп-оп. Цветам конец. И почему я не стихия земли? Я бы исцелила эти цветочки. Да ладно тебе. Я еще кучу цветов могу организовать. Ну, если ты, конечно, сходишь со мной в кино. В кино? Офигеть, а я никогда не была в кино. Ну, тогда давай встретимся в 6 возле кинотеатра. Ага, хорошо. Я тогда пойду домой и приведу себя в порядок. Офигеть! Я не думал, что она согласится! А, Ева согласилась! Ура! Проходи, я взял вам лучшие места. Крис, а что это за кинотеатр? Я думала, они по-другому выглядят. Это кинотеатр для стихии воды. Крис, но я же стихия огня! Ты чего? Расслабься, все будет хорошо. Ну ладно, я тебе доверяю. Кстати, это кинотеатр 5D. Ты в таком еще точно не была. Да я вообще в кинотеатре ни разу не была. А что такое 5D? Вот видишь, пошел дождь прям как в фильме. Крис, ты че? Это же вода, она меня сейчас потушит! Потише вы! А я уже все продумал.
О, да спасибо. А то я думала, меня уже вода снова потушит. Не переживай, я рядом. Это что такое? А ну зонт убрали быстро, ничего не видно! Крис, мне неловко. Давай в другой раз и в другом месте фильм посмотрим. Я не поняла, а где Крис? Он тупо не берет трубку, когда я звоню. Так он вроде в кино пошел, ты не знала? Куда-куда? А меня почему не позвал? Он еще и с этой Евой пошел. Не знаю, правда, как это произошло. С какой же Евой? Со стихией огня? Серьезно? Сам был в шоке. Да как он мог? Без нас, с ней. Офигеть. Может, это его план отомстить через слабачку Еву? Ну, если так, то хороший план. Но я все равно кое-что сделаю. Эй, вы! Слышь, это ты нам? Ну а кому же? И что тебе нужно? Видимо, твоя сестра офигевшая. Она пошла в кино с нашим Крисом. Да что ты несешь? Уже все знают, кроме вас. И скоро твоя сестра превратится в дым и улетит далеко-далеко. Тина, если это правда, надо остановить Еву. Я домой. Прямо там с ней разберусь. Да как она могла? Это ведь запрещено! Чем она думала? Как классно! Я чувствую что-то особенное. Я такого раньше никогда не ощущала. Я счастье почувствую. Точнее, ты почувствуешь, как эта подушка прилетит в тебя. Эй! Вообще, что такое? Ты какого фига пошла с Крисом в кино? Я... А откуда ты вообще знаешь, не поняла? Да весь класс стихии знает! Блин, и что же теперь будет? Ты совсем башкой не думаешь? Какой Крис? Ты забыла, кто он? Тина, я потеряла голову. Крис такой классный. Офигеть! Ты реально глупая. И как мне быть? Нам запрещено совмещать стихии. Я должна встречаться с огнем, а Крис... Вода. Забудь о нем. Тебе нельзя рисковать. Тина, пожалуйста, не говори никому. Я мечтаю с ним встречаться. Но почему? Почему за меня все решаю? Я сейчас же пойду и расскажу все маме. Девчонки, а вы чего еще тут? Нам уже никто не собирается. Мам, я хочу тебе сказать кое-что очень важное. Говори, слушаю. Ну, короче, а знаешь, я передумала. Я сегодня не буду кушать, я на диете. Ну ладно. А ты, Ева, идешь? Да, да, я уже иду. Ева! Девочка, спасибо огромное, ты меня не сдала. Ну, конечно, я не могла этого сделать. Ты же моя сестренка. Я обещаю, все будет хорошо. Ох, Ева, доиграешься ты. Пацаны, мне нужна ваша помощь. Не мешай, мы играем. Я влюбился в Еву и хочу ее поцеловать. Что делать? Ты че вообще? Да не. Ты втюрился в Еву? Она же стихия огня, Крис. Мы думали, ты в кино ее позвал, потому что отомстить хотел. На самом деле, вот оно как. Я не знаю, как ей намекнуть. Ну, как ее поцеловать? Так ты это, возьми через листок поцелуйся. Ну, такой прикол в ТикТоке был. Так точно не соприкоснетесь. А это как? Короче, сейчас покажу. Все, я понял, да, все. Ну, раз понял, тогда удачи с Евой. Офигеть, он влюбился в Еву? Ты что офигела? Это не я! Это ты офигел, идиот! Ты испортила мне вещи! Теперь их сушить долго! Может, теперь до тебя дойдет, придурок! А что это сейчас было, Элис? А будешь задавать глупые вопросы, и с тобой такое будет, ясно? Ого! Ева, а чего ты светишься? Да, это, наверное, от счастья. Ты так рада, что я позвал тебя в кафе? Конечно, рада.
Вот, это тебе. Ух ты, спасибо! Ауч! Капец, они огненные. Ну, я специально самые-самые выбирал. Ой, а что ты делаешь? Ну, это, как сказать... Ну, пытаюсь тебя поцеловать, но не знаю как. Нам разве можно? Мы же разные стихии. Ну, пока не проверим, не узнаем. Крис, ты меня поцеловал? Блин, все не так должно было быть. Крис, зачем? Ты знаешь, что вообще могло произойти? Не знаю. Давай еще разочек. Ты еще раз это сделал? Офигеть! У нас вышло! Ева, это значит, что мы можем встречаться! Да? Да? Все, Ева, я решил! Мы встречаемся! Да! До сих пор не могу поверить, что мы пара. Крис, мне все еще страшно. А вдруг мы вдвоем испаримся и все, конец? Не переживай, все будет хорошо. Все, пока нормально, и не стоит переживать, да? Да, этого не может быть. Мы войдем в историю стихий, которые встречаются. Ребята, а как вы думаете, почему я, стихия огня, могу встречаться со стихией воды, и мы не испаряемся? Напишите, что думаете прямо сейчас в комментариях. И дальше смотрите видео. Как он мог? Он выбрал ее, стихию огня. Идиот! Я была с ним рядом всегда, а он меня кинул. О, кстати, Ева, а ты пойдешь со мной на днюху к Доне? Ой, ну не знаю, он же стихия воды, а я... Да чего ты, Донни будет не против. Тем более, ты моя девушка, мы должны быть вместе. Ладно, но я все равно боюсь. Да не переживай, твой Крис всегда рядом. Ладно, тогда я пойду сбегаю за подарками и приду. Ну я ему устрою, он не будет с Евой никогда. Донни, слушай, я же думаю, ты не против, что я позвал свою девушку к тебе на вечеринку? Ну, вообще, не очень рад. У меня тусовка для стихии воды, и не хочу потом быть виноватым. Да ладно тебе, расслабься, все будет нормально. О, кажется, тусовка здесь. О, а вон и Крис. Нужно к нему пробраться. А вот и моя девушка. Ну, привет, Ева. Донни, так как у тебя сегодня день рождения, я хочу подарить тебе подарок. Держи. Что это? Кринж. Нравится? Я специально для тебя выбирала. Это комнатный фонтанчик. Да, такое уже не модно. Ой, да не выдумывай, Донни, классный подарок. Скажи, что тебе нравится. Вот я тоже себе такой хочу. Да? Тогда держи. Дарю. Пойду его тогда к остальным подаркам поставлю. Я это Еве сейчас покажу. Ты что делаешь? Ненормальная! Я испаряюсь! Давай я помогу. Спасибо, девчонки, вы меня спасли. Что это сейчас было? Ой, это капец. Короче, я пошла на водную тусовку к Донни. Что? Ты серьезно? Да, а Элис облила меня коктейлем. Я такого не ожидала. Ну, потом мне стало плохо, я побежала домой. Ты понимаешь, что ты сейчас натворила? Нам нельзя близко общаться со стихией воды, Ева! Если бы ваши родители услышали это все, то... Ева! Ты наказан! Мама, папа, не нужно, я больше так не буду! Мы запрещаем тебе ходить в школу! С этого дня ты снова на домашнем обучении и под нашим контролем! Нет, только не это, прошу! Иди к себе, а с
девушками у меня будет серьезный разговор. Мам, а я тут при чем? Быстро в свои комнаты, а Ева под домашним арестом. Откройте! Откройте, мне нужно поговорить с вами! Ты чё пришел? Тебе не стыдно? Как ты вообще можешь тут появляться? Дайте мне все объяснить! Мне нужно поговорить с Евой! Забудь ее! Ты и Ева не пара! Никогда ею не будете, понял? Что же мне теперь делать? Как мне быть? Крис! Зачем ты добиваешься эту Еву? Отвали! Что ты тут вообще делаешь? Идиот! Ты бегаешь за этой недостихией, когда у тебя есть я! Ты серьезно? Разве ты не видишь, как я люблю тебя? Столько лет я рядом и пытаюсь намекнуть тебе, что я не могу без тебя! Ты ненормальная! Отвали! Может, ты теперь поймешь? Что ты вообще делаешь? Мы никогда не будем вместе! Никогда! Я люблю Еву! Значит, ты нифига не понял, да? Ну тогда получай! Нет! Нет! Только не это! Ева! Нет! За что? За что? Что же я наделала? Моя доченька, моя девочка, тебя больше не уберегли. Мы тебя не уберегли. Моя кореша. Простите, это я виновата. Из-за меня это случилось. Я не знаю, как мне теперь жить. Нет, это я виноват. Не нужно было мне встречаться с Евой, тогда бы она не оказалась тут. Это не имеет смысла. Евы больше нет. Она испарилась. Ну, не все так плохо. Я пока рядом. Ева, ты прилетела к нам? Ну, а что мне остается делать? Сейчас как бы мои похороны. Не могу же я пропустить этот момент. Ева, я тебя люблю. И всегда буду любить. Хватит. Ты и так причинил боль моей сестре. Из-за тебя наша Ева там. Хватит. Я просто так это не оставлю. Я буду с Евой. Я буду с ней до конца. Крис, ты чего? Прощайте. И скажите моей маме, что со мной все будет хорошо. Только не это! Ура! Мы вместе! Мы с тобой вместе, Крис! Что он сделал? Я буду с Евой! Я без нее не могу! Крис! Что вы наделали? Зачем? Родители, сестренка, не переживайте. С нами все будет хорошо. Мы прилетим в гости с первым дождем.